Я все обдумал. Считаю, что это правильно. Нужно все рассказать, что происходило. Да, мы оговорили Бурбина Максима Олеговича, так как находились под физическим, психологическим давлением сотрудниками УФСКН и сокамерников с пресс-хаб. Сначала задержали нас без Бурбина. Ну, проходит следствие, сидим. Все признали свою вину. Вот. Потом ко мне в камеру приходят так называемые прессовики, старшие с других камер. Говорит, почему ты нам ничего не рассказал про Бурбина? Я говорю, что я должен? Я его знаю как, ну, заочно. Так просто, что он существует, что он есть, я с ним не общался. Так, где-то пересекались в спортзале. Вот, он занимался как бы там боксом и качался. Ну вот, я тоже ходил, занимался. То есть они пришли ко мне в камеру, говорят, почему ты нам ничего не рассказал про Бурбина? Я говорю, а что мне про него я должен рассказать? Ну, то, что он там с вами, то, что он там тоже занимался сбытом наркотиков. Я первый раз об этом слышу, я понятия не имею, о чем вы говорите. Ну, говорит, завтра к тебе придут опера, и ты им все расскажешь. На следующий день, правда, да, ко мне приезжают оперуполномоченные, вот. Как бы нецензурная лексика у них присутствует, как только захожу. Типа, ты нас обманул, ты нам наврал, почему ты нам про него ничего не рассказал, вот. Я говорю, я ничто про него не знаю вообще. Я этого человека, ну, никак с ним не общался, как я могу о нем вам сейчас что-то сказать. Вот. Типа, так что бери вот ручку, типа, садись, сейчас мы тебе все скажем, что тебе надо написать. Я говорю, я ничего писать не буду. Я не знаю этого человека. Был там Калинин, приезжал, Иванов, Грицинин. Вот. Меня ударили в живот, в грудь. Калинин, он такой, да, он меня ударил, говорит, ты еще, говорит, сейчас посмотрим, подпишешь, напишешь или нет. Вот. И все, меня уводят и ведут мимо моей камеры. Заводят в другую камеру, говорят, вот под лестницей, закрывают дверь. И меня сразу начинают бить, избили. Я просто, ну, лежал на полу, как овощ какой-то, короче. Потом меня привели в чувство, сказали, ну что ты писать будешь? Я говорю, нет. Вообще, я не понимаю, о чем, что вы от меня хотите, я не знаю этого человека. Вот. Все, я ночую у них в камере. Вот. С утра, с раннего утра приезжают опять эти же люди, опера. Вот. Говорят, ну что, ты подумал? Хорошо подумал. Я говорю, я подумал, говорю, я ничего писать не буду. Вот. Потом заводят меня в камеру, в мою. Я уже думал, ну все, отстали, слава богу. Нет, проходит отбой у нас, выключается свет, открывается дверь, меня зовут, я выхожу и ведут уже в другую камеру. В другой камере другие люди, но присутствует один и тот же человек везде, в этих разных камерах. Опять меня бьют, угрожают то, что могут понизить мой социальный статус в тюрьме. Приводят пример одного из нашего подельника. Один из наших подельников, он обиженный. Вот. И как бы, ну, после этого я как бы, ну, не придал этому сильного значения. Думаю, пугают просто. Вот. Потом там опять бьют, приезжают на следующее утро опять опера, я опять там ночую у них, приезжают опять опера, говорят, вот смотри, такой вот расклад, если ты сейчас нам не делаешь, чего мы хотим, вот, то не дай бог, твоих родителей дома что-нибудь найдут, ну, наркотики, там еще что-нибудь, у тебя же мама одна, да, у тебя сестра, говорит, одна, да. Да и зачем тебе на лагерь, говорит, ехать обиженным, у тебя, говорит, есть время подумать, да, завтра. И заводят меня в камеру. Я подумал, все обсудил. То, что больше всего меня испугало, то, что за моих родителей. И все, потому что, ну, как бы, переживал за них очень. Родители у меня одна мама, бабушка старенькая и маленькая сестренка. Все, больше у меня никого нет. Папы нет? Нет. Ну, где-то есть, но я не знаю, где он. На следующее утро приезжают, мне дают листочек. На нем написано, не дают читать, что там, говорит, подписывай. Я подписал. Вот. Все, меня оставляют в покое, потом перед судом, я уж не помню, сколько там времени, до суда, мне дают этот листочек, говорит, учи. Будешь, говорить вот так, вот так, вот так, вот так. И все. И очень много было пустых листков. То есть вот просто... подписывал? Да. Деваться было некуда. Я переживал за родных и за свое здоровье.
Кто еще раз тебя бил, как тебя били, подробно опиши это все. Ну, и кто этот один и тот же человек, который все время присутствует? Зовут его Сережа Косой. Угу. Били всем подряд, ногами, руками. По голове не били. Старались лицо не трогать они. Просто привязывали к кровати, били. Руки вот привязывали. 3-4 человека. Остальные все сидели спокойно, как ни в чем не бывало, вообще ничего не происходит. А очухивался от того, что либо на меня воду выливали, либо приводили в себя просто. Дверь открывается, стоит продольный, стоит, улыбается, смотрит на меня. То есть они меня берут под руки и ведут. Просто... А вы кричали? Было слышно вообще, что вас... Нет, знаете, когда... Нет, знаете, когда вот это все происходит, когда они начинают бить, я так думаю, это для этого и делается, прибавляется радио. Просто играет очень громко радио, чтобы не было слышно вот этого всего. Радио, как бы, оно общее. Да, 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 то оно есть общее. Прибавляет кто-то из сотрудников. Ну, я так понимаю, да. А после отбоя тоже радио прибавляли? После отбоя нет. А кричал после отбоя? Нет, да, что кричать-то? А сопротивлялся вообще, когда били? Ну, пытался, но там дядьки-то повзрослее, побольше меня были. Угу. Вот. А вам сколько лет? Сейчас 22, на тот момент было 18. Что было после того, когда вы подписали вот эти бумаги, которые вы не читали? От вас отстали после этого? Да, от меня отстали после этого и сказали: все, сиди спокойно, никуда не рыпайся, ничего не говори, что с тобой происходило, и все у тебя нормально будет. А если ты сейчас начнешь менять свои показания, то срока у тебя будет еще больше. Об этом кто сказал? Оперативники? Оперативники и следователи. А вы пытались жаловаться на насилие? Нет, потому что мне сказали, предупредили. Не дай бог, говорит, хоть одно заявление, хоть одно жалоба куда-то уйдет. Предупредил кто? Сокамерники или сотрудники? Сокамерники. Вы говорите, что вам дали листочек с текстом и сказали: учи. Да. Да? Что было в этом тексте и что вы потом говорили на суде? Что мы все вместе, получается, да, вот так вот они подвели, что... Бурбин мне передавал наркотики, когда я находился вон там, на той квартире. Вот. Ну, я действительно находился на этих квартирах, вот, но просто сделали так, то, чтобы Бурбин ко мне приезжал на эту квартиру, чтобы привезти наркотики. Что якобы он ездил в другой город, куда-то там за ними. В каких местах он мне закладывал закладки, то есть они мне говорили: вот в этом, вот в этом, вот в этом вот месте, то есть... Типа, вот тут вот, типа, он тебе закладывал наркотики, ты приходил их и подбирал. Оперативники вам говорили? Да, 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 да. Как я понял, что из него сделали не только перевозчика, что он там по своим там каким-то там каналам раскидывал, я не знаю. Просто мне говорили так убедительно это, как будто я уже аж сам начал в это верить. Когда отпустили Бурбина под домашний арест, ко мне сразу же приехали оперативники. Вот Калинин и следователь. И говорят то, что вот давай, нам нужна какая-нибудь еще, что-нибудь типа придумай, что ты еще можешь сказать про него. Я говорю, я и так уже натворил делов, так что я больше ничего вообще вам говорить не буду. Он говорит: так у тебя, говорит, досудебное соглашение, ты понимаешь, если ты сейчас будешь нам тут юлить, то мы сделаем так, что у тебя его не будет, и срок у тебя будет намного больше, от 15 стартовать. Вот. Ну давай, говорит, скажем, что он тебе передавал наркотики, соль, спайс, с помощью закладок, что он тебе передавал соль, спайс лично в руки, что он тебе угрожал, если ты ему не будешь на него работать, то есть, как бы, что он меня изобьет, вот это вот, и давай напишем. И когда, ну, я сначала вот это говорил, я этого писать не буду, но когда они меня опять начали меня пугать, то, что срок могут сделать намного больше, ты, типа, не знаешь, кто мы такие. То есть мы можем тебе устроить жизнь, у тебя же тут сейчас все нормально, скажи типа спасибо нам, что у тебя тут все нормально. А следователь кто была? Женщина? Да, была сначала Барышева, следователь, но после того, как дело передали в МВД, когда ФСКН расформировали, следователь Сердюкова взяла это дело себе. Кто больше участвовал в фальсификации вот этих доказательств, Барышева или Сердюкова? Барышева. Сердюкова уже взяла все готовое, то есть уже все было, как оно... Насколько я понимаю, что вы признали свое вино. Да, я признал свое. То есть вам скрывать особо нечего. Вот расскажите еще раз вот эту схему. Как она работала, какие роли у кого были. Мы больше употребляли сами наркотики.
Просто, чтобы чем-то заниматься, мы уже начали там их продавать. Вот. Как бы развлечение какое-то было такое глупое. Староверы закупал просто, как я понимаю, отдавал это Плуяну, а Плуян привозил это мне. Угу. Вот. А вы что? А я в свое время там продавал их. Как бы, знаете, не то чтобы прям вот как сеть какая-то, а так вот чисто там 3-4 человека. У меня при задержании было всего лишь 5 грамм наркотиков. При себе? Да, угу. Все. Вот. То есть основную массу наркотиков я никогда вот так вот в лицо, в глаза я не видел. Много наркотиков никогда. Мне всегда привозили понемногу. Угу. Вот по чуть-чуть просто. 5-10 грамм вот так вот привозят и все. А какие наркотики? Ну, спайс курил, марихуану, соль нюхал. А тяжелые? Ну вот соль вот этот, угу. Амфетамин или как он там еще называется. Сколько лет вам дали? Мне 7,5. Из них вы уже 4? 3,5. Ну, все-таки, почему вы решили сейчас сказать о том, что вы оговорили Гурбина, и не боитесь ли вы последствий такого признания? Знаете, все равно боюсь, конечно, боюсь. Вот. Но сколько я уже, после того момента, как я сделал это, сколько времени прошло, я не было такого дня, чтобы я об этом не жалел и не думал об этом. Тяжело с этим жить. Очень, когда ты невиновный человек, а вообще ни при чем. А его вот так вот взяли просто и... Я даже не понимаю, почему. Задавал вопрос следователю, да, почему он-то, я сам для себя интересно узнать. Тебе это не должно волновать. А в случае, если будет новое рассмотрение дела Гурбина, если будет новый суд, вы будете готовы подтвердить свои показания? Конечно. То, что сейчас вы говорите? Конечно. Конечно, буду. Если бы тебе предложили твои показания подтвердить на полиграфе, ты бы согласился? Конечно. Согласился? Конечно. Прокуратура области поступило обращение Подлесного, в котором он указывал о том, что оговорил Бурбина. Прокуратура области уже проводится проверка по заявлению Бурбина и Полуянова по факту оговора Бурбина, в связи с чем я отобрал объяснение от Подлесного, в котором он также пояснил, что под давлением сотрудников правоохранительных органов якобы оговорил Бурбина. Данные объяснения будут использованы в ходе проведения прокуратуры области проверки. Скажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас проверка? Есть ли какие-то, может быть, промежуточные результаты? Промежуточные результаты уже, да, проверка проведена, и соответствующий ответ прокурором области подписан, направлен адресатом. Каким адресатом? Скворцову в том числе, зампредседателя ВНК. А еще? Да. Обращались в прокуратуру области также депутат Государственной Думы Примаков. Угу. Ему также дан ответ. То есть проверка закончена? Да, первоначальный этап проверки закончен, но с учетом того, что Подлесный сегодня угу. дал пояснение о том, что он также говорил Бурбина, будет проведена дополнительная проверка. А результаты вот этой завершившейся проверки вы можете озвучить сейчас? Нет, не могу, это официально будет. Информация от официальной, зачем к-то обратиться. Ну, а какие мероприятия хотя бы были проведены в рамках этой проверки, можете сказать? Потому да, изучен. Потому что многие люди следят за этой историей. Изучен материал уголовного дела, опрошены все осужденные, опрошены повторно все свидетели, которые были в уголовном деле, опрошены лица, на которых указывала мать осужденного Бурбина. Понятно.